Рак груди – второе по частоте диагностируемое онкологическое заболевание. Ежегодный прирост заболеваемости в России составляет около 30%. И патология молочных желез, к сожалению, растет и в Карачаево-Черкесии. Сейчас на учете республиканского онкодиспансера стоят 116 женщин со злокачественными опухолями. Но диагноз еще не повод опускать руки. Правда, при условии, что вы хотя бы раз в год посещаете маммолога. В 95% случаев вовремя выявленный рак груди не является приговором. Если мы выявляем образование молочной железы в ранних стадиях, мы можем излечить полностью пациентку от этого заболевания. К сожалению, процент выявляемости на ранних стадиях составляет 60%, остальные 40% – это запущенные формы злокачественных опухолей. Это удорожает лечение и уменьшает прогноз по выживаемости. Для профилактики онкологических заболеваний в республиканском онкодиспансере вот уже третий год проходит масштабная акция «Розовая лента». В этом году число желающих проверить свое здоровье в разы выросло. С самого утра огромные очереди к маммологу, в кабинет УЗИ и на маммографию. Прием специалисты ведут бесплатно. Я узнала это по телевидению, было объявление, у меня как раз беспокоит и эта болезнь. Вот пришла первый раз сюда к врачу, была у врача, сейчас на УЗИ направили. Это очень хорошая акция, но если бы это проходило чаще. Женщинам всегда следует помнить о факторах риска заболевания молочных желез. Среди основных – онкологическая наследственность, то есть необходимо быть вдвойне внимательной к своему здоровью, если у вас есть родственники первой линии – это мама или сестра с диагнозом онкология. Но и это еще не все. Второе – это вредные привычки, курение, алкоголь тоже усугубляет. И третье – это гормональный фон женщины. Если превалируют женские гормоны, то риск заболеваемости тоже увеличивается в два раза. То есть речь о чем идет? Если у женщины рано начались гормональные сдвиги в детстве, то есть риск заболевания у нее тоже увеличивается. Проводить обследование нужно не только во время разовых акций. Очень важным шагом является и самообследование. Любые изменения молочных желез – это повод для обращения к врачу. Самообследование проводит женщина в двух положениях – лежа и стоя. Левой рукой женщина осматривает свою правую молочную железу, правой рукой – левую молочную железу. Прощупать надо и левую молочную железу, и правую, противоположными руками. В двух положениях – стоя и лежа. Если есть какое-то уплотнение, надо обязательно обратиться к доктору. Только утром в акции «Розовая лента» приняли участие больше 100 женщин. После осмотра врача кто-то проходил ультразвуковое исследование, а женщины после 39 лет – рентген-обследование, то есть маммография обязательно. Это маммографический аппарат последнего поколения итальянского образца. Больная заходит в кабинет, встает сюда. Здесь мы делаем снимки в передней боковой проекции. Дальше на негатоскопе мы оцениваем рентгенограммы молочных желез. Благотворительная акция «Розовая лента» в этот день прошла и в районных поликлиниках Карачаево-Черкесии. В очередной раз врачи напомнили своим пациентам: выявление заболевания на ранней стадии – залог успешного лечения. Анета Дышекова, Радомир Князев, Архыз 24.